Ну, думаю, тут будет все писаться. Так, запускаю приложение. Итак, дорогие друзья, продолжаем доигрывать солдат удачи двойная спираль. Мне осталось одну миссию пройти. Убить этого поганца Уилсона. Он нас предал. Аарон Уилсон нас предал. Крыша отдела. Вот мы и на крыше. Где этот чувак? У нас тут есть запашочек, где можно и сохранить игру. Все. Про запас оставим. Гранаты по запасу ставим. А вот и он. Это Аарон Уилсон.
Ух ты ж. Он еще и высаживает людей. Какой поганец. Прямо ему туда. Сейчас граната. О, отлично. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какой наглый. Он еще гранатами в меня стреляет. А какими-то? Эппа. Но мы ему подбили этот элерон один. Сейчас будем дальше его мочить. Беги! Вот это то самое сложное задание. Да! Блин, как его убить? Аарон Уилсон, ты что-то разыгрался.
Как он меня почувствовал? Нетушки. О! Не. Семерка. Только семерка его можно будет замочить. Или ничего. Но... Опа. О. М60. Бывающая штука. Охренел, что ли? О, охренел, Уилсон. Пустынным орлом сейчас будем тебе мочить. Прямо по элерону. Ракетами? Нечестно. Вот ты падла. Падла какой. Я понял, что я надо бы сделать. Будет в стиле солдата удачи один.
Это место спасает. О, я ему открыл. Или рано надо его сбить? На, блин. Осталось ему последнюю сбить. Not this time, Wilson. Где он? Улетел? Улетел. Он меня ждет. Вот он. Лучше не выходить, когда он стреляет. Вот гаденыш-то. Трещотка. Надо обойти его. О, что есть? А можно? Можно. Сейчас он полетит, и мы его добьем. А добьем мы его вот этим оружием. Давайте сюда. Чё, боишься? Сейчас мы тебе устроим. Сейчас мы тебе... Это он меня устроит. Ага.
Надо по красному ударять. Ага, съебался, боишься? Думаешь, у тебя хватит сил со мной тягаться? Ужасом. Мы ведь Малинс. И мы тебе... отомстим. Гадёныш. Сильная точка там, его замочить. Ах, то ж, я ж говорил, что тут будет сложно. Но ничего, я знаю, как его победить. Сбить вертушки. Ой.
Прямо уж интересно. А черт, он уже встал раком. На. Он разозлился. После того, как я ему один элерон забиваю, он злится. Вот гад. Он по крыше отдела стреляет, черт возьми. Аптеку. Кто-то ему подбил. Но с другого бока надо. Есть. Вы это видели? Второй элерон пошел ему в жопу. Что теперь? Говно. Этот надо быть таким говном. Он уже тут. Теперь будут ракеты. Ну и мы перейдем.
За жизнью, за жизнью. Собственно, я прошу, но надо пилота убить. Кабзда. Еще и жизни тут нету больше. Вот, дожил. Держим вот он там. Говнюк. Давай уже заходи ты, ёбаный.
Да он меня ждал, сука. Пойдем за жизнью. Тысяч пулек этих. Ну ни пуха ни пера. Там, по-моему, можно взять что-то. Снайперскую винтовку. Это какой-то маразм. Блять, у меня еще глаза. Я только проснулся, типа. И сейчас замочу его. Я его замочу. Ага. Получил. Это оставить. А этим сейчас будем мочить дальше. Thank you.
бля. Вот разыгрался мальчик. Убийство детектора Уилсона. О! Карта, блин. А я и не знал, что тут карта есть. Я хотел снайперку взять. Там, кажется, надо снайперской винтовкой по нему стрельнуть. А! Мама! Или может где-то можно взять винтовку. Я же почти выиграл. А-а-а! Так, нечего летать. Можно тоже спрятаться.
какой. У него тоже М60. Нужна реакция. Что? Он меня опять убил. Да как такое возможно? Блин. Да, ай, да. Ай, да. То есть валим на это, пошел нахуй. Айда. Ба-б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 а. Я потому что спускаюсь по лестнице.
Ну я же его подорвал! Вы это видели? Вы это видели, я его подорвал. Что ж такое? Почти была победа. Вот такой вот Аарон Уилсон. Не дается. Козел, директор. Айда. Ha ha.
Да. Нужна другая сторона. Его или Рона. Смотри, какой наглый. Блин, это ж. Это ж. Ага, это так вот задумано, он не поворачивает попой. Блин. Чтобы я не выиграл. Но видели же, что я его подорвал. Так. Совсем что ли уже охренел? Ой, на Т это бросить оружие. Снова его берем, перезаряжаемся. Вон там уже где. Я не знаю. Чё-то как-то финал сложный. Меня не выпускает. Он меня не выпускает, ребята. Что ж такое? О.
На. Ба-ба-ба-ба-ба. Да. То я ему правый сбиваю, то левый. Там стой. Нет, он разворачивается другим краем. Что, разозлил я тебя? Ах ты, подлюка! Нетушки, я не нуб. Я пройду. Тут, блин, он меня загоняет. Вижу, молодцы. Хорошо, тут вот это сделали место. Них.
Давай, давай, давай. Да. Блин, я жизнь не хочу терять. Да уж. Вот это будет для кого-то сюрприз. В финале, блин, такое. Он улетел, да, дальше. Блин, от него надо еще бегать. А может сразу туда? Нет, надо сначала его обработать. Да,
надо вот сначала обработать, а потом уже убивать. Бля, вали! Зажал ты меня, да? Будем так кружить тут. Первую коробочку используем. Полную маленькую. Ты меня ждал, да? Да! Какого? У меня оружие поменялось. Это... Ну нет.
постреляли и да. И уходим. Вперед. Щитоводный хренов. Подрывать. Бля, это какой-то...
не на того напал. Вот ты, блин, как только я вылезаю, он меня сразу стреляет. Почему? 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 Урод! Это я сейчас синий-то на жопу натяну. На, получи, на. Нравится? На, нравится? Еще хочешь? Летел туда. Ух ты! Уже какой раз я не могу пройти. А вы смотрите мой стрим. Все-таки, может, я когда-нибудь его и убью. Да хватит меня преследовать. Арон!
Давай, давай, стреляй, стреляй. Все равно не пройдешь. Надо же, прошел защиту мою. Гаденыш, ты какой? Да. Пусти тревогу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нужно дать на дальнобойную. Вот повернись. Другим бочком повернись. Прошу тебя. Будем прятаться, ныкаться. Ныкаемся! А то он сейчас меня как этой метлой серпом поедет. Так. Где что у нас тут сидишь? Вон. О, боже мой. А уже кончилось.
О! Есть! Не в этот раз, Уилсон, я прошел игру, ребята. Есть. Вот смотрите кладбище. Мы ястреба похоронили и Мадлен. Всех убили. Прометей. Там, слушайте. И веря, что ты дашь ей вечную жизнь, и мы предаем тело его земле, прах к праху, пыль к пыль. Господь, а Гладстон остался жить? Пусть лик твой сияет над ним. Вон, Гладстон и Малинс остался. Вот хорошо. Ее не хватает, Сэм. Мне тоже, Джон. Она погибла, пытаясь спасти мою жизнь. Я никогда ее не забуду. Как вы уже знаете, с агента Тейлора были сняты все обвинения. Расследование показало, что никаких связей с Прометеем не было. Уилсон работал один. Они с Нашрадом, стоя во главе Прометея, отчаянно пытались завладеть деньгами и властью. Если бы не ты, дружище, они бы преуспели в этом. Ведь у них были доктор Сестрогор и исследование биопрепарата. Молодец. Надеюсь, нам больше не придется беспокоиться о Прометее или Ромеле. Начальная операция выполнена. Скажите президенту, пусть ждет. Джон, еще кое-кто хочет лично поблагодарить тебя. Сэр, я должен вас обыскать. Что? Обычная процедура, сэр. Полагаю, деньги уже перевели на мой личный счет. Разумеется. Все по стандартной процедуре. Что ж, тогда, если не возражаете, мне будет достаточно этой благодарности. Всего хорошего, господа. Вернитесь. Вы не можете просто так взять и уйти. Пусть идет, сынок. Пусть идет. Ну, на этом игра и завершается. Raven Software, хоть и хорошо сделали игру. Вторую. В этой серии. А теперь титры, как всегда. Ну что, можно заканчивать. С вами всегда был ваш любимый Андрей Стрим. Так. А у меня тут в титрах-то как раз. Так. Я переключаю разные. Все, ладно. Черт. Ладно.
сейчас работает, но... Блин, как будто это переключится. А, понятно, что работает. Видно картинку. Все. Вырубаю игру. Добавил выход. И если записалось, это хорошо. Так. Ну все, ребята. Я дошел до конечной точки в игре. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. А может, хотите заставку канала? Ну, а это вот он. Великий Джон Маллинс. Это он старенький. Ладно, поставлю вам. Не знаю, с какого места, но все равно прикольно.